И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дима Покемон, Серега и Глеб. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас FNAF 3, мы поставили очень много лайков. И сегодня у нас прятки, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Ну что, Дима, сегодня ты у нас первый ищешь, а мы классно прячемся. Если пьете и кушаете, приятного аппетита. Так. Вы что, никак еще не можете спрятаться? Можем. Можете, да. Много вариантов просто. Да, но только вы должны спрятаться там, куда не надо залетать. Ну, то есть я запрятался. Сейчас Серега опять залетит куда-нибудь там, он любит летать все время. Нет. Конечно, нет. Дима, присаживайтесь, Сир. Ой, спасибо, это мне? Да. Стульчик. Хопа, а я убрал. И ты упал. Ого, ты псих, а как ты так перемещаешься? Ой. Так, будь внимателен. Так, идет убить. Ох ты, какие-то тут эти штуки я добавил. Ладно, от первого лица буду играть, потому что от третьего не очень. Искать. Ну есть там? Нету, ну, нету. Тут стулья мешаются. Так ты жирный. Не могу пройти. Ага, жирный. Так. Никого. Никого, да. Никого. Вообще никого пока. Ладно, странно перемещаешься. Это. Что там на игровых автоматах делать? Кто? Ты. Нет, это не я. Иди сюда! Нет, Димон! Отпусти! Я живой, Димас. я живой! Чтобы иди там... сюда! Беги! Опа! Есть! Обманули, дурака! Значит, ты... Да чё ты не прыгает? Ты-то кабака вонючая! Я побежал, я сейчас с другой стороны карты выбежу, смотри! Я не могу залазить в эти штучки. А, вот ты где. Ладно, надо кого-то побыстрее взять. Я не знаю, куда я бегу, тут темно, как у негра. Да что? Всё, Димас. Ты меня... Да, прыгался. Да. Глеба. Оба, Глеба нашел. Отлично. Так, остался Серега. Я буду Димон помогать. Не этот. Ты уже это говорил 500 раз, и мы тебя 500 раз находили. Потому что я вам подсказывал. Серега, я сейчас заплачу. Давай, давайте поплачем вместе. Димон, где ты? Я иду за тобой. Я вот около другого входа. Не главного, а такого заднего. Черный, да? Ой, и тут Серега под столом. Есть. Нашел. Хорошо, Серега. Теперь я буду вас искать, раз такое дело. Так, все, ладно. Блин, ну прикольно получилось, мне понравилось. О, я Пикачушка, классный такой. Так, все, пацаны, даю вам 51 секунду. О, спасибо, как много. Еще не 28. Нет, просто за 51 можно запрятаться, я проверял. Так, ты, Дима, смотри, тут бегаешь, гуляешь. Да я... А, давай я уйду отсюда. Давай ты в угол, короче, будешь смотреть. А тут Димон. А тут, да, я. Да, ты. Это я. Смотри, хочешь прикол? Давай. Смотри. Оп. Ты сильно выделяешься, я тебя так хочу. Все, пацаны, осталось 25 секунд. Эх, вот, все, Димас. Блин, подожди. Вот ты, блин, у тебя, Димон, было видно сразу, ты что гонишь? Быстрый. Ну что, Димон, запрятался? Флешка, не, подожди. Вот если вот это сюда, это сюда. Это сюда, а это сюда, то получится. Все, Дима зашел в пиццерию. И вышел. И сразу, а чё? Ну потому что вы еще не запрятались. Я запрятался. Все, я иду. Подожди, что? Идите сюда. Все, давай, иди. Я готов. Я на стуле сейчас сидел. Так, Димончик. А ты кто, Покемашкин? Покемашкин. Так, Покемашкин. А ты жирный. Димас, что, уже нашел кого? Да, одного Глеба. Челика нашел. О, тебя я вижу. Здорово, Марианечка. Это ты, Глобус? Да, куда хочешь полететь, Димас. Так. Дима, знаешь, где ты? Давай, иду. Удиви меня, где же я? Ты иду. Я же не знаю, где я нахожусь. Я знаю, где ты. Спасибо. Я не знаю, а он знает. Конечно. Ты открыл дверь, посмотрел за стульями, никого. Посмотрел сюда, зашел, прошел, ушел. Комментатор от Бога. Ага.
Да. Так, глобус. Так, где нет, вы? А, Димон, я вот знаю, ты у Ту где-то сидишь. На сцене, да? Посреди сцены тебя не увидел, вот, блин. Ага. Ладно, я не буду говорить, куда я сейчас иду, потому что ты сбежишь. Хорошо. Так. 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 Вот так. Че, Дивас? Получается? Ты нет у тебя тут. Ринетка застряет. А тут в этих вроде ментилят... худая, такая толстая. Ну. Все, хорошо. Иду туда, куда я сразу хотел идти. Давай. Куда? Я не буду говорить, вы сбежите еще отсюда сейчас. Я на крыше. Я на крыше. Ага, вижу тебя. А ты не на крыше? Не знаю. Может быть на крыше я, может быть я не на крыше. Я могу быть где угодно. Серега, это... А у него жизни много, я его убил. Не, Димас, я в пиццерии, подсказочка. Понял, все, хорошо. Все, давай в пиццерию спускайся. Сейчас мы тебя замочим. Получается, вы втроем ищете одного меня, да? Ну, конечно, а мы поддаемся тебе. А Серега знает, где ты, сейчас тебя Серега найдет. Давай, Серега, найди. Головешки, где ты? Возьму какую-нибудь. Если не Димас, то Серега точно найдет. Я найду. Давайте, у вас челлендж, кто быстрее найдет меня? Тот красавчик. Тот самый мощный искатель, аниматроникс. Вот, марионетка. Идет. Ну вот где-то ты тут, я чувствую. Да, Димас. Есть! Нет! Есть! Да как убивайся, говно! Да чё не могу убить-то? Скример прыгнул. А, надо на крестик. У меня два прицела. Крестик и желтый прицел. Серега, ты готов нас искать? Да, я готов. Сейчас посмотрим, как ты нас найдешь, за сколько часов. Где? Все, я запрятался. Все? Нет, а я нет, подождите. Давайте быстрее. Стойте. Куда спешить, правильно? Тебя и так найдут. 8 долбанных часов спустя. Ага, Серега, озвучиваешь, да, красава. Ну, профессиональный озвучивальщик. Так, все, шикарно, ну, давай. Кто не спрятался, я не виноват. Хорошо, я не виноват, давай. Димон, классная нычка. У меня? Да. А ты откуда ты меня видишь? Ну, ты выглядываешь из-за одной штуки. А, ну да. Ты стул, что ли? Да. Понял. Где он там ходит? Ну, он по пиццерии. А, плиш-труп. Иди сюда, трупейшн. Наверное. Серега уже, вижу, не такой умный. Че, кого-то убил? Нет. Нет, он просто крякает. Мне показалось, да, немножко? Ты живодер. Где ты, кабан? У охранника. У охранника. Есть там кто-то? I don't know. Может, подсказку ему дадим? Я не знаю. Не надо подсказок мне, я вас сам найду. Хорошо. Ну, подсказка была, честно, такая себе. Ха-ха-ха, она тебе ничем не дала. Опа, а он вышел, Димон. Псих бежит. Уже? А где этот псих пропал? Не знаю. На крыше. Какой там псих. А, на крыше. Сейчас вас всех найду я. Я вижу, да. Ты так быстро нашел наш? Наш. Во-во-во, теплее, Серега, холоднее. Я думаю, я на пенсию выйду. Когда ты меня найдешь. Крякает и ничего никого не находит. Ага. Красава, Серега. Отчаялся и решил просто машины все пожирать. Ребята, ставьте лайк за наши прятки. Прикольно же получилось. Классные прятки. Опа, исчез. Так, я беру аниматроника. А, колобанки! Блин, я дернулся! И я, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайк ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!